И вдруг во двор заезжает Лада 9. Фары врезались в темень под звук какой-то кислотной поебени. Открываются двери, выпадают олени. А у оленей подогнуты колени. Поплыли к толпе, спрятав зрачки под стекла. Тима смотрит у Леброна, ебло намокло. Пот на лбу странно, ведь на улице совсем не душно. И один из оленей спрашивает Леброна: здоров, питон, а чё у тебя тут за заварушка? Питон, чё у тебя тут за заварушка? Слышь, бро, питон, чё у тебя тут за заварушка? Эй, алё, моё, питон, чё у тебя тут за заварушка? Эй, бро, питон, всё понятно, попиздим потом. Слышь, бро, питон, чё у тебя тут за заварушка? Слышь, бро, питон, чё у тебя тут за заварушка? Эй, алё, моё, питон, чё у тебя тут за заварушка? Эй, бро, питон, всё понятно, попиздим потом. Так я не понял, чё там по итогу с питоном?